Пока школьники наслаждаются новогодними каникулами, места за партами заняли руководители областных управлений народного образования. Программа трехдневного республиканского учебного семинара, организованного Министерством народного образования и собравшего порядка 200 участников, весьма насыщена. В ходе тренингов, встречи за круглым столом, тематических дискуссий детально анализируются важные аспекты реформ, проводимых в системе. Ведь принятые указы и постановления президента должны быть максимально эффективно реализованы. От этого напрямую зависит качество учебного процесса. В частности, речь шла о совершенствовании деятельности Министерства народного образования в соответствии с возложенными на него задачами по организации профессионального обучения учащихся 10-11 классов, тесном взаимодействии общеобразовательных школ Союза молодежи Узбекистана. Чтобы оценить результативность семинара, для целевой аудитории организовали предварительное итоговое тестирование. Это больше направлено на диагностику, то есть узнать, какие у них пробелы, может быть, какие-то затруднения профессионального характера, чтобы в будущем определиться стратегией оказания методической помощи, улучшения и усовершенствования нормативно-правовой базы. Организованный семинар настолько продуктивный, настолько насыщенный. Получив все вот эти знания, я поняла, что очень много нам нужно над собой работать. В краткосрочной перспективе на базе 21-й школы нашего района мы хотим открыть классы с углубленным изучением языков английского, русского и точных наук. Также говорилось о смене образовательной парадигмы, тесно связанной с компетентностным подходом. Он позволяет выработать у школьников стремление к самоучению, развивая такие качества, как мобильность, динамизм, конструктивность, умение адаптироваться к изменяющимся внешним условиям.